данном видеообзоре мы рассмотрим активную мультимедийную систему KingHAN модели ER2069. Это одна из лучших мультимедийных акустических систем типа 2E1. Она разработана специально для тех, кто предпочитает слушать музыку и смотреть видеофильмы на своем компьютере. Строгий классический и вместе с тем стильные дизайны модели позволяют ей стать отличным дополнением к любому интерьеру. Хорошие частотные характеристики системы дают вам возможность слушать разные стили музыки и получать удовольствие от любимых записей. Качество акустики повышается за счет деревянного корпуса сабвуфера. Модель очень удобна в управлении, так как регуляторы громкости системы вынесены на боковую панель сабвуфера. Вы можете грамотно разместить компоненты системы в пространстве благодаря компактному размеру сателлитов и длине соединительных проводов. Два больших динамика сабвуфера обеспечивают удивительный сочный и мягкий бас. Благодаря встроенному MP3-плееру вы можете прослушивать свои любимые композиции прямо с флешки или карты памяти. Также на корпусе имеются мультимедийные клавиши, такие как play, пауза, перемотка и переключение треков. Общая выходная мощность составляет 44 Вт, из которых 2 по 12 Вт это мощность сателлитов и 20 Вт мощность сабвуфера. Частотный диапазон составляет от 35 Гц до 20 кГц. Отношение сигнал-шум более 62 дБ. Полное сопротивление сабвуфера, как и сателлитов, составляет 4 Ом. Размер сателлитов 2,75 дюйма. Размер сабвуфера 4 дюйма. Материал сателлит выполнен из пластика, а сабвуфера из дерева. Интерфейс подключения к источникам звука – мини-джек 3,5 мм. А на задней панели у нас находится кнопка «Включить-выключить» питание сабвуфера, а также разъемы входов и выходов. Питание сабвуфера производится от сети 220 вольт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.